Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре новый хоррор от разработчика Pudding. Я думаю, что вы его уже как бы знаете, потому что именно этот разработчик создал игру под названием Grandpa. Тоже как бы хоррор, там у нас получается дедушка, типа, знаете, подобие игры Гренни. И вот он как бы, в принципе, на этом не остановился и выпускает новую игру под названием Daddy. В переводе как бы «папа». Сейчас мы, ребята, посмотрим и постараемся не пугаться. Ну, это как, в принципе, получится. Так, это главное меню, где у нас есть только название, есть кнопочка «Старт». Поэтому давайте нажмем на «Старт» и будем играть. Игру Grandpa уже скачало более 50 тысяч людей. Довольно-таки много. И она продолжает набирать популярность, и все ютуберы, так сказать, да, в кавычках, блин, ее начинают все снимать. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Сейчас мы посмотрим, что на этот раз. Так, идет какой-то непонятный мужик, и... Что произошло? Непонятный какой-то мужик, еще один мужик просто пробежался, и произошел взрыв. Что будет дальше, я не знаю. Так, 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 так. Вот так это все выглядит. Вроде прикольненько, если честно. Так, ну снова же эти руки, некоторым эти руки почему-то не нравятся, но многим почему-то это нравится. Типа, вот, в хорроре такие вот руки, давно такого не было, и все очень круто. Но если вы хотите хоррор от первого лица, то это, видите, игра для вас. Так, я взял, получается, кружку. Я могу эту кружку выкинуть, но почему-то этот папа Дэдди меня опять нашел и сейчас будет опять наказывать. И... Так. Мы ничего больше не сможем сделать, сесть там, прыгнуть, ничего мы больше не можем делать, мы только можем управлять джойстиком, а вот, можем прыгать. А где она была раньше что-то? Она пропадает почему-то, да? А, вот, появилась. А, я ее просто не видел, да? Ну ладно, не об этом, двигаемся дальше. Я как понял, что нам нужно как бы выбраться из этого дома, где этот вот папа нас просто поймал и держит в своем доме. Не страшно, сразу хочу сказать, что мне не страшно в эту игру. Я вот совсем недавно снимал игру под названием Case Animatronic. Офигенный шутер от первого лица, вот там я попугался, реально. Офигенная игра, аниматроники, все дела, 5 ночей Фредди, блин, бомбезная игрушка. Прям вот класс, знаете. Ну, вот сейчас я как бы в нее играю, я ее не удаляю, игру вот Case Animatronic. И также, ребята, не удаляю, играю в игру Elastic Car 2. Тоже крутая игра, которая мне очень сильно нравится. Я в свободное время захожу и в нее играю. В принципе, как и в игру Case Animatronic. Это вот две игры, которые сейчас я как бы прохожу и играю. Все ссылки будут, конечно же, в описании. Ну, а мы как бы стараемся играть здесь. О, понятно, ты упал. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Падай, падай, падай. Так, вау-вау-вау. Опа, нет, главное не здесь. Вау, какие-то звездочки. Ой, ё-моё, это кто? Это где был вообще? Я не понимаю. Куда я вообще запрыгнул? О, сейчас будет бум, да? Нет, я вроде живой, я еще живой, я живой. Нифига себе, что было это? Так. Как выбраться из этого дома, ребята? Вот, чтобы выбраться отсюда, нам нужна вот эта монтировочка, да? Так, здесь есть монтировочка? Так, открывайся, открывайся. Открывайся, есть монтировочка? Здесь есть монтировочка? Да где ты монтировочка это, а? Что-то, ребята, все замутнить... Блин! Вот это ты горилла, посмотрите, его реально тарабасит. Или... А, я понял, почему происходят эти, получается, черные замутнения. Это же как бы реалистичный хор на Android. Вот, он стенку добит. Вот дебил. Я же забыл, это же реалистичный хоррор, таких же вообще нету, где есть руки, где он как бы закрывает руками глаза, ну это было в Grandpa, где он, получается, моргает, поэтому мы как бы замутняем. Ну что-то он моргает как-то на полглаза, блин. А, так, вот это мне бесит, замутнение. Так, там у нас что? Во-во-во-во, там что он, что это, что это? Какой-то детонатор. Я понял, что нам нужно сделать. Вот этот детонатор мы сейчас поставим в тот вот динамит. Помните, да, он был там вот, где мы еще моргали? Так. Конечно, много багов. Я с вами соглашусь по поводу этому поводу. Нет, это как так? Ну, я, в общем, соглашусь с вами насчет этого, что... Так, во-во, я успел. Опа, давай, бам-бам-бам-бам. Есть, ребята, бум. Вот это шоколяка-бум.
Так, валим, вот у меня открылся новый проход, и пробегаем дальше. Я думаю, что сейчас за нами этот Дэдди бежит, папа, да? Нет, пока что еще нету никого. Так, это была ловушка, наверное, да? Где я? Да хватит ты моргать, ты меня раздражаешь, если честно. Так, двигаемся дальше. Если вы играли в игру, вот и ключ, вон тот, этот ключ от той выходной двери. Так, надо вот это сперва выкинуть, эту кружку, эту чашу, блин, и возьмем ключик. Ребята, сейчас мне будет реально страшно, потому что мы практически прошли эту всю игру. Я думаю, что это как бы вся игра, и сейчас нам остается только добежать до той входной двери и тупо открыть дверь ее. Так, вот ты достал моргать, вот бесит меня, ребята, это вот... Так, пожалуйста, пожалуйста, только не смотри на меня, пожалуйста. Дай мне завершить эту игру, хотя бы я где-то пройду эту игру. Ну, не эту игру, вообще просто пройду эту игру. Я уже начинаю путаться в своих словах. Пожалуйста, дай меня добежать! Ага, здесь надо монтировочку, откуда этот ключ тогда? Отсюда, может? Так, ё-моё, стой, ну не моргай, прошу. Ребята, я о чем вообще говорил, что если вы играли в игру Grandpa, то можно поиграть в эту игру Daddy. Я думаю, вам может и понравится. Не знаю, это, знаете, игра так не на любой вкус, а так. Кому понравится. Ну, думаю, что, ребята, это все. Я думал, что мы прошли эту игру, но нифига. Нам надо еще, наверное, что-то искать и снова же открывать. Смотрите, здесь много этажей, большой дом. Так что, ребята, пока мы сейчас поднимаемся туда... О, мы застряли. Хочу попросить вас, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал и написали крутой комментарий. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.